Дорогие друзья, а сейчас перед вами выступит наш лучший актер с нашим лучшим номером. Ошибочка, значит, ошибочка вышла. Ошибочка. В лифте застрял. Да. А вы кто? Я лифтер. Лифтер, значит, я здесь. 17 лет здесь я работаю, значит. Всех знаю здесь, всех. Значит, этот маленький ваш из Сочи, смешной вот этот очень. Юрка, кавказец. Ну, Сашка, Масляков. Ну, Сашка, Масляков. Не, ну, это просто я к нему так, Сашка. Ну, просто, ну, я просто невоспитанный. Вот он мне все время, Геннадий Петрович. Геннадий, ну, не то чтобы я Геннадий Петрович, просто он воспитанный очень, понимаете? Историю вам расскажу, смешную, очень историю смешную. В Москве, были вы в Москве? Ну, в Москве. Были. Блин. Ставьте миниатюрку, ставьте вот эту смешную очень, вот эту. Гиена защищает своего детеныша, вот это вот. Это детеныш, а гиена не надо. Не надо. Друзья, КВН, он ведь как лифт. Вот нажал единичку. Вот я вам идею дал, а вы же додумайте сами.